Alligator Raptor X-Air – инновационная аэролодка с запатентованной технологией поддува днища, которую отличают выдающиеся характеристики для своего класса. Максимальная скорость – 140 км в час, грузоподъемность – до 1,5 тонн, расход топлива на 30% ниже, чем у аналогов. Отдельный двигатель нагнетает воздух под днище. Это снижает трение и улучшает скольжение по поверхности. Raptor XR выходит на глиссер на 30% быстрее других аэролодок. Основной двигатель Honda мощностью 280 или 320 лошадиных сил, в зависимости от комплектации лодки. Он позволяет легко преодолевать любые пороги, торосы и другие препятствия. При этом расход топлива снижен до рекордных при подобных характеристиках 0,7-0,9 литра на километр. Усиленная рама особой конструкции гарантирует повышенную прочность лодки при преодолении самых сложных препятствий. Кокпит рассчитан на комфортное пребывание 6 человек. Груз располагается как в салоне, так и на твердой носовой палубе, с которой удобно рыбачить. Максимальная грузоподъемность лодки – 1,5 тонны. С таким весом Raptor XR идет на глиссере со скоростью 60 км в час. Все это в сочетании с выдающимися вездеходными способностями делает лодку, пожалуй, лучшим решением для тех, кто не идет на компромиссы и всегда хочет большего. Выбирайте свою аэролодку-вездеход «Alligator» по ссылке в описании.